«вумбилдинг в домашних условиях», что в переводе на русский обозначает «управление интимными мышцами». Оказывается, практически любая женщина может научиться управлять своими интимными мышцами. Конечно же, нужно знать, как это сделать, и нужно провести цикл тренировок. Но зато что это дает? Вот, допустим, у вас оригинальная прическа, со вкусом подобранная под ваш стиль одежда, а вот ниже никакого отличия от всех остальных женщин не наблюдается. А если помолчать и свет потушить, то тем более. Если же женщина освоила метод управления интимными мышцами, она отличается от любой из однообразного ряда женщин, как живой человек от восковой фигуры музея Мадам Тюссо. Проведя ночь с такой женщиной, мужчина не сможет ее забыть никогда. Более того, уровень сексуальных ощущений, как своих, так и партнера, увеличится в несколько раз. Да, и как любая физзарядка, метод управления интимными мышцами добавит вам здоровья, особенно когда решите заводить семью. Тренировка, кстати, не такая уже сложная. Ссылочка внизу под видео. А пока посмотрите, как девушка занимается. Если есть что сказать, напишите комментарий внизу. Подписывайтесь на канал Medical Advice, чтобы быть в курсе всех медицинских новостей.